Чебоксарах создаются инициативные группы по выработке предложений и улучшению транспортного обслуживания населения. С 1 декабря в столице Чувашии изменены схемы движения 14 маршрутов. Перевозки осуществляются на новых автобусах средней и большой вместимости. Уже стало понятно, что некоторые моменты нуждаются в корректировке. На одной из встреч с чебоксарцами сити-менеджер Алексей Ладыков выразил готовность подключить жителей к решению этих вопросов. Завтра, 13 декабря, инициативные группы горожан приглашаются на обсуждение, которое начнется в 17 часов одновременно в трех районных администрациях.